понедельника по четверг. Что мы знаем о человеческом разуме? В середине 80-х годов на партийные элиты появилась мода на различных целителей и экстрасенсов. И где находится завеса между обыденным и сверхъестественным? Что ты со мной сделал, а? Насколько опасны люди с аномальными способностями? Под воздействием гипноза Мирза приказал ему лечь и не двигаться. И как они влияли на нашу историю? Я действовал согласно твоим желаниям. Раз убили, значит, есть за что. Сериал, основанный на реальных событиях. «Лабиринты разума». С понедельника по четверг на ТВ Рус.